В США полиция приступает к расследованию дела о происшествии в зоопарке Цинциннати, где в минувшую субботу его сотрудникам пришлось застрелить гориллу, в вольер которой упал ребенок. Полицейские не исключают, что могут выдвинуть и уголовные обвинения. Защитники природы называют решение убить обезьяну неоправданным. Кроме этого, они обвиняют администрацию зоопарка в пренебрежении мерами безопасности. Понятно, что взрослый человек с соответствующим снаряжением сможет пробраться через любую ограду. Но мы-то говорим о 3- или 4-летнем ребенке. При этом, насколько можно судить, он очень быстро пробрался внутрь. Так если через ограду без проблем может проникнуть ребенок, разве это надежная ограда? Однако эксперты, которые, в отличие от активистов-природозащитников, полностью поддерживают решение застрелить обезьяну. Известный зоолог и телеведущий Джек Ханна называет его более чем оправданным. Представьте, что обезьяна сидит в вольере, и вдруг сверху что-то шлепается в ров. Внезапно люди наверху начинают кричать, бегать вокруг. Это сильно раздражает гориллу. А что может сделать раздраженный взрослый самец, я наблюдал в дикой природе. Этого вам лучше никогда не видеть. В администрации зоопарка также защищают свое решение. Дротик с транквилизатором подействовал бы далеко не сразу, но возбудил бы животное еще больше. Ограда же, по словам директора, вполне отвечала имеющимся требованиям.